Ой, ветер херачит. Всем здорово, вы на канале Приец ТВ, и мы представляем вам третий фильм нашего нового проекта Трэш Кино. Напоминаю вам, что в этом фильме нет никакого смысла, никакой актерской игры, никакого сценария. Все сделано просто благодаря нашему воображению и нашим трешовым непонятным фантазиям. Предлагаю вам просто взять и посмотреть фильм. В общем, опять повторюсь, зовите мам, пап, друзей, подруг, и приятного просмотра. Федя, ну что ты мастеришь все с утра пораньше? Миша, что пришел? Ой, езжал бы ты в город. Вот Санька-то со соседнего двора. Вот, добился. Бизнес построил в городе. Санька? Да. Сачко! Шо? Сань, куда что ж ты? Хочешь? Ты уезжаешь? Уезжаю. Сань, ну как ты же уезжаешь? А мать? А дух? Как приеду, бизнес открою. Вам деньги вышли, маме. Все выше, тоже перебирайся туда. А ты что, надолго, навсегда? Как пойдет? Эй! Сегодня на проводах увидимся, расскажешь больше. Чего задумался? Да не надо. В городе столько перспектив и возможностей. Да я вот тут, дома, дом делаю. Мы проводку целыми днями только. Уже как в мегаполисе живем, уже света везде. Все, езжаешь в город. Ясно? Ну, возьмешь. Так. Батину! Батину кожанку-то взять надо! Там есть модный, будешь моднявый. Кожанку-то зачем? Не холодно же. Как, модный? В магазинах-то импортных понакупаешь, конечно. Ладно, кожанку оставим. Сколько тебе еще надо вещей-то с собой? Да немного, мало совсем. Места уже нет. Ладно, документы взял? Да паспорт, чёрт. Покуришь город, бизнес построишь хороший. Да? Ты себе голова светлая. Ладно, давай, Федя, давай. Давай, Мишарин. Давай. Скоро увидимся, приеду. Приезжай с деньгами, главное, да. С деньгами. Ну. Не забудь. С деньгами. Я продаю этот нефтяной завод. Да. О, я тебе перезвоню, давай. У тебя дела там? Да, вот, в город, брат сказал ехать, там работу найти. Голова у меня какая-то, ясно. Ты что так одет? Ну как? Вообще, вид-то какой. В город же приехал. В чем Брюссель приехал? Мегаполис. Так, ну ладно, на тебе карточку. Там как? Она безлимитная. А вот. Как пароль? Без пароля. Как ну, ты же электрик, ты должен знать. И телефон будешь мне звонить, если что. Да. Ну, я знаю, как этим пользоваться. Ну, хорошо. Значит, я тебе дал карту, купил себе одежду и сделал вот такие подарки, не забудь, потому что это модно. А как? Вот. А что это? Ну, это легко делать. Поджимаешь и все. Поворачиваешь.
Ну, в общем, разберешься. Разберешься. Все, давай. Давай. До встречи, давай. Алло, Саньку, встретимся на том же месте. Да, да, все купи. Да, давай, жду. Саньку, а теперь как человек хоть выглядишь. Ну, такое. Спасибо тебе, конечно, за деньги. Погром жизни тебе должен. Все, я тебе должен, наверное, работу, да, предложить. У меня есть бригада, жилье у нас. Да, все деревни почти провел. Молодец, молодец. А что ты без подворотов? А что? Вот так надо ходить. Зачем? Ладно, давай, что я опаздываю? Давай. Ну ладно. Сделаешь потом, давай. Куда же я попал? Вот что он имел в виду, эти подвороты, они везде. Это надо срочно исправить. Готово. Мое новое оружие готово. Они поймут, что эта мода не та, которая нужна. Эти подкаты я избавлю человечество от них. Что ж, пусть испытания начнутся. Работа, честно. Хожу, хожу, да. Выбираю себе дом, говорю. Да. Ага. Давай, ну нефтяной завод тоже. Нет, Саньку! Нет! Я чудовище! Я погубил Саньку! Нет мне прощения! Я должен его спасти! Я должен всех спасти! Я должен его спасти! И всех! Как это делается? Я должен его вернуть! Как это делается? И почему? Почему со мной это не действует? Ну что, дорогие друзья, вы вновь посмотрели наш фильм, и в очередной раз мы позвали гостя, чтобы он выразил отзыв к нашему фильму. Фильм хороший, вот. Персонажи, по-моему, не очень продуманы, но вы-то в любом случае знаете, кто сыграл лучше всех. Все, блин. Спасибо за отзыв. Мне мама... Подожди, руку-то пожму тебе. Мне мама звонит. Ладно, ладно, хорошо. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые трешовые фильмы от Пресс ТВ.
Не забудьте поставить лайк, конечно. И всем пока. Я ушел. Всем привет. Ну чё вы там? Дебилы, блин. Ну, я знаю, как этим пользоваться. Сим есть? Сим есть? Ну, я знаю, примерно, как этим пользоваться. Акцент куда попал? Пользоваться. Давай, попёр. Снова стой. Серьезно? Давай. Ну, такая толпа идет, таких школ. Давай, давай. Да зови, да давай. Да блядь, давай. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вы Сэм, я просто не знаю, как это сказать именно. Мы пригласили гостя, чтобы он выразил отзыв в нашем эфире. Скажите пару слов о фильме. Ну, займись. Все. Конкретики можно? Требую конкретики и без мата. Так. Лучше всех, по-моему, сыграл Человек-пасхалка. Вот. А как бы вот Кирилл и Валентин, они такие второстепенные персонажи, в общем. Так что... Такие дела. Да. Манда. Работа нет. Ha ha ha!